С вами новости спорта, я Марина Азябина. Здравствуйте. И начнем с новостей биатлона. Ижевчанин Александр Поварницын завоевал серебро в сингл-миксте на третьем этапе Кубка Европы в Обертилахе. Победу в этом виде программы праздновали немецкие биатлонисты. Напомним, в спринте Александр показал четвертый результат дня. Впереди у него всероссийские соревнования «Ижевская винтовка». Мини-футбол в Глазове жив, несмотря на то, что из российской суперлиги удмуртская команда вылетела. Самые преданные игроки организовали новый клуб и начали все с нуля. Татьяна Мальцева продолжит тему. Здесь все как и прежде. Спортсмены забивают голы, болельщики ликуют. Только уровень соперников теперь не Тюмень и не Синара. Мини-футбольный клуб «Глазов» – продолжатель прогрессовских традиций. Чтобы вновь начать подниматься, любителям этого вида спорта северной столицы нужно было начинать все практически с нуля. Команда вернулась в родной город, тренируемся в нашем зале. Уровень, конечно, ощущается, что мы ушли на понижение, но тем не менее у нас вернулись ребята – Дима Будин, Ваня Симонов. Сейчас у нас боеспособный коллектив, очень амбициозные ребята. Перестраиваться от профессионального мини-футбола вновь к любительскому было непросто, рассказывает Ренат Касимов. Особенно для игроков. Если раньше это была их основная работа, то сейчас лишь увлечение в свободное время. После работы они бегут на тренировку. И что меня радует, что практически нету такого, что эти тренировки не пропускают. То есть, значит, интерес к футболу есть, и желание играть оно тоже есть. И они играют на чемпионате и Кубке Удмуртии, и в первой лиге первенства России. Накануне завершился третий тур соревнования, где глазовчане все свои игры выиграли. Тур получился хороший, очень сложные игры. Мы ставили перед собой, опять же, цель взять максимум, потому что это наши стены, это наша земля, и по-другому здесь не должно быть. И выполнили все. Ребята молодцы, всех с победами, всех с добытым результатом. Поздравляю болельщиков, поздравить хочу. Огромное спасибо, что приходили на матчи, поддерживали. Без пятого игрока, как говорится, мы бы не показали того футбола, который есть. Задачи вновь играть в российской суперлиге сейчас нет. Все понимают, что на данный момент это невозможно. Что реально для Глазова – это выход в высшую лигу, играя на 70% своими воспитанниками, к чему ребята и будут стремиться. И в продолжении темы игровых видов спорта. Баскетболисты ижевской команды «Купол Родники» провели домашний матч в рамках Национальной суперлиги 1. На своем паркете они принимали клуб «Восток-65» из Южно-Сахалинска. Эта встреча завершилась победой подопечных Милоша Павичевича со счетом 84-82. Следующий матч 10 января. Ижевчане дома будут принимать клуб «ЦСКА-2». Играли дома и хоккеисты из Стали. Их соперником был клуб «Химик» из Воскресенска. Итог этого поединка 4-3 в пользу хозяев льда. Завтра у ижевчан очередной домашний матч регулярного чемпионата ВХЛ. Принимать они будут команду «ХМУ» из Ташкента. Победой завершился и матч Национальной женской гандбольной суперлиги. Университет на своей площадке обыграл команду «Уфа Алиса» со счетом 33-25. Следующий матч подопечные Роберта Минавудинова проведут в Ставрополе 11 января. Их соперником будет местный клуб. И к другим темам. Зрелищный и эмоционально прошел в Ижевске всероссийский турнир по вольной борьбе, посвященный памяти Никиты Плетнева. Конкуренция на ковре была жесткой. Какие возможности для молодых спортсменов открывает этот старт, уже 25-й по счету, и как себя показали хозяева, расскажем в нашем следующем видеоматериале. 16 весовых категорий, 250 участников из 7 регионов страны. Ижевский турнир памяти Никиты Плетнева очень популярен. И проходит он всегда на высоком организационном уровне. Гостям приезжать в столицу Удмуртии нравится. Все на высшем уровне. Вот организаторам хочется сказать большое спасибо. То, на этот раз тоже где-то больше, где-то в пределах 250 человек приехало. Вот. Со многих регионов России приезжают, с удовольствием приезжают. Вот. Нравится гостеприимство, нравится сама организация соревнований. Ребята все довольны, что не заслуживают, но хорошо проходит соревнование. Турнир важный, турнир нужный и для тренеров, и для ребят. Наставник из Татарстана Равиль Булатов даже не скрывал своих эмоций. Его спортсмены радовали и удивляли, несмотря на свой юный возраст. Характером удивляет, которые бьются прям вперед, как львята маленькие. Вот это меня удивляет. Многие такие. Некоторые, конечно, стоят, назад ходят, но в основном, как львята бегут вперед, рвутся в бой.
9-летний Имран Али Сабиров из Ижевска настроен был бороться за медаль. В его копилке их пока не так много, а мальчишка о победе мечтает. И потому на всех турнирах выкладывается по максимуму. Вот и здесь, в первом поединке с довольно сильным соперником, Имран не сдался, а мобилизовался и выиграл схватку. Я хочу добиться стать чемпионом и чемпионом мира, чемпионом Азии, чемпионом Европы. Мне эту вольную борьбу дал мой дядя, он тоже меня тренирует. На счету борцов Удмуртии в итоге 26 наград. Они стали победителями общекомандного зачета. Наша школа вольной борьбы сегодня по праву считается одной из лучших не только в регионе, но и в России. На этом я с вами прощаюсь. До свидания.